перспективы развития между нашими городами? Ну, вы знаете, мы сегодня можем говорить уже не только о перспективах, потому что, подписав в прошлом году дорожную карту с губернатором господином Шанцевым, мы уже пошли вперед, наши бельчане уже могут учиться в Нижнем Новгороде. Мы сегодня практически на старте для того, чтобы запустить проект «Бизнес-инкубатор», который мы увидели в прошлом году в Нижнем, у нас в Молдове. Я уверен, что так как мы находимся в 70 километрах от границы с Евросоюзом, имея в городе самую большую свободную экономическую зону в стране, бельцы могут стать воротами для многих российских компаний в страны Евросоюза. Мы, то, что касается образования, спорта, то, что мы хотим, чтобы о нашей культуре, в которой очень много общего, знали в Нижнем Новгороде, чтобы мы довели до бельчан то, что есть в Нижнем сегодня. Я уверен, что открытие торгового дома Молдовы или бельцы в Нижнем Новгороде приведет к тому, что жители Нижнего Новгорода смогут там, без посредников, которых, к сожалению, после развала Союза стало очень много, вспомнить, начиная Беломайском, нашим легендарным коньяком, также фрукты, овощи, которые, я уверен, что многие вкус не забыли, а те, кто их еще не пробовали, я уверен, что попробовав, от них больше никогда не откажется, и многое другое. Иван Николаевич, 14-й город по братингу. Для города, что это для нашего города, что это значит? Ну, это расширение связи. И как Ренат Георгиевич уже сказал, что мы же одна страна, то есть нас разделили, а душа-то осталась на месте. Поэтому сейчас мы наладим обмен делегациями, значит, как в культурной связи, в спортивной связи. Вот он уже сказал, что уже в образовательной сфере есть прогресс, уже учащиеся приедут учиться сюда, и студенты в Нижний Новгород. Поэтому наши будут там отдыхать. У нас очень много в экономике. Когда мы сейчас будем дальше двигаться, экономические потребности друг у друга будут. Это хорошее сегодня соглашение. Я рад, что мы сегодня привели еще одного брата нашего города Бельца. С Ренатом Георгиевичем, он, оказывается, когда отработал в Нижнем Новгороде, еще больше по-братински отношения становятся, как бы душа легла. Поэтому пожелаем нашим городам взаимного сотрудничества, доброго обменов всяких. Ну и чтобы у нас было все по-доброму и надолго. Спасибо. Все, спасибо.